Здравствуйте. Меня зовут Светлана Зиновьева. Я штатный технолог компании «Чистолия». В прошлый раз мы с вами узнали, как правильно технически оборудовать кабинет педикюра. Сегодня я расскажу о том, какие расходные материалы мастер ногтевого сервиса должен использовать при работе с клиентами. На рынке очень много предложений по одноразовой продукции. И часто мастера находятся в полной растерянности при выборе, какую продукцию выбрать. Чистое белье и расходные материалы для работы мастеров должны быть в таком количестве, чтобы их хватило на индивидуальное применение для каждого клиента. При выполнении маникюра и педикюра для каждого клиента должны использоваться одноразовые салфетки или полотенца, которые затем подлежат утилизации. Помимо этого, согласно СанПин, необходимо использовать одноразовые вкладыши. Это пакеты для педикюрных ванн, ванночки для рук и ног. Итак, озвучим минимум одноразовой продукции в кабинете педикюра, необходимой для предоставления качественных услуг. Итак, для защиты мастера. Маска трехслойная для защиты мастера. Во время пыльных работ, а иногда и на протяжении всей услуги, мастер должен защищать себя одноразовой трехслойной маской из панбонда, которая помимо защитных функций создает эффективный барьер от вирусов и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем, что особенно актуально зимой и осенью. Далее. Одноразовый фартук из полиэтилена. Размеры обычно 120 на 70. Перчатки для мастера, которые могут быть выполнены из нитрила, винила или латекса. И шапочка-шарлотка, которой мы закрываем голову от пыли. Защита педикюрного кресла. Чехол для педикюрного кресла, он может быть как одноразовый из панбонда, так и многоразового использования, например, из ПВХ. Если вы используете многоразовый чехол, он подлежит дезинфекции после каждого клиента. Вы можете использовать одноразовую простынь, которые представлены у нас в различном ассортименте цветов. Пакет для педикюрной ванночки, который вы застилаете, чтобы клиент пользовался во время педикюра. А также коврик для того, чтобы после процедуры клиент вставал не на голый пол. Для процедуры педикюра. Салфетка или полотенце. Здесь главнее всего определиться с размерами и с качеством материала, так как полотенце должно хорошо впитывать влагу и быть достаточно большим, чтобы мастер мог осушить ножки клиента после ванночки. Тапочки вьетнамки, которые тоже представлены в цветовом многообразии. Разделители для пальчиков, а также пилки для стопы и ногтей. Иногда производитель предлагает готовые наборы для педикюра. Это сразу комплект, в который уже входит все вышеперечисленное. Это удобно для мастера и выглядит очень гигиенично в глазах клиента, ведь каждый комплект, как правило, имеет индивидуальную упаковку, которую вы вскрываете на его глазах. Материалы для спа-процедур и прочего. Утолщенные одноразовые носки и варежки из нескольких слоев спанлейса обеспечивают оптимальную термоизоляцию и повышают эффективность воздействия парафина. Применяется в спа-уходах за кожей рук и ног. Поскольку в процедуре парафинотерапии под варежки или носки используется пакет и непосредственного контакта с кожей не происходит, изделия могут использоваться многократно, от 8 до 10 раз. Пакет для парафинотерапии. Также появилась новинка – полиэтиленовые носки для процедур с фиксатором. Они хорошо прилегают к ноге. Носки подойдут для усиления работы кератолитиков. В этом случае носок надевается на стопу после нанесения кератолитика. Мастера обычно используют стрейч-пленку. Использование носочка сэкономит время процедуры и будет комфортнее для клиента и мастера. Также носок является отличной альтернативой пакетам для парафинотерапии. Он плотнее прилегает к стопам, и на него удобнее надевать утепленный носок для парафинотерапии. Фольга
и шпателем, а также различные мелочи, которые необходимы при работе с ногтями, такие как ватные диски, безворсовые салфетки, апельсиновые палочки и прочее. Для покрытия маникюрного стола также лучше использовать одноразовое полотенце размером 35×70 из Spunlace. Изделия из пористых материалов, пилки, спонжи, губки и прочее должны быть строго одноразовыми, поскольку их структура не позволяет уничтожить микробы и бактерии посредством дезинфекции и стерилизации. В настоящее время производители одноразовой продукции предлагают широкий ассортимент товаров, поэтому при выборе одноразовой продукции для кабинета мастер может опираться на свои представления о комфорте, качестве и цене. Мастер маникюра и педикюра – очень востребованная профессия, если подойти к организации работы с ответственностью и фантазией. Она принесет не только высокий доход, но и массу удовольствия от творчества и общения с интересными людьми. На нашем сайте чистовье.ру вы найдете полный ассортимент одноразовых расходных материалов для безопасной и эффективной работы.